Меня только что съел лавовый монстр. Племя просто ушло под лед. Всем привет! Сегодня я попробую пройти игру на планете с нулевым терроиндексом. Запомните, как она выглядит сейчас, потому что совсем скоро она изменится. Изменить терроиндекс я собираюсь с помощью одного инструмента, который добавляет мой новый мод, который я сейчас разрабатываю. Инструменты нельзя применять на планетах с сохранениями, однако мой инструмент можно, потому что я создатель мода, как хочу, так и делаю. Что ж, покупаем этот чудо-инструмент. А вот и та самая планета, над которой мы будем издеваться. Вот так и наступил здесь конец света. После наших проказов в главном меню перестало отображаться существо на планете, где мы пёрнули. Ну и вот так теперь выглядит этап «Существо». Здесь вообще нет растений, но есть другие существа. Теперь я решил попробовать добавить пердежу жару. Чудесно. Хватит пердеть, пора проверять, что вышло. Теперь тут везде лава. Но урон в ней мы не получаем. Меня только что съел лавовый монстр. Теперь попробуем охладить пердеж. Великолепно. Идем проверять. Я могу ходить по льду. Сейчас по-быстрому пройдем этап существо. Для этого я использовал свой другой мод. Чудесно. Переходим на этап племя. Посмотрите, что происходит с ДНК. На самом деле это не из-за терроиндекса, а из-за того, что я убрал обычное ограничение в ДНК на этапе существо и сделал так, чтобы за кусок мяса давалось очень много ДНК. Кстати, из-за того, что количество ДНК имеет отрицательное значение, я вообще ничего не могу купить. Кат-цена перехода на этап племя ничем не отличается, как и другие кат-цены. Ну а сам этап выглядит теперь так. Тут по-прежнему есть животные. После того, как я свернул игру, вообще произошло это. Племя просто ушло под лед. Появилось новое племя. А мои существа тем временем нормально ходить не могут. Почему бы теперь не попробовать уничтожить наше племя с помощью оружия, которое добавляет мой мод? Великолепно. Кстати, это оружие стреляет масками анонимусов. По какой-то причине вместо этапа племя на загрузочном экране написано этап существо. Все племена целы, а лед пропал. Сейчас все звуки включены, но почему-то нет ни музыки, ни звуков от существ. Даже в редакторе нет звуков. Есть только звуки интерфейса. Сейчас я пытаюсь подружиться с другим племенем, и это тоже происходит абсолютно беззвучно. В остальном этап племя мало чем изменился, хотя стало как-то сложнее добывать еду. Кстати, морской монстр спокойно проходит через лед, хотя это и не удивительно. И опять-таки все происходит беззвучно. Спустя некоторое время я прошел этап племя. Попробую перейти на цивилизацию. Правда, сделать этого не получилось, игра просто вылетела во время загрузки. На этом все. Спасибо за просмотр.